Всем привет! С вами канал Артмания. И, как обещала, рассказать историю вам с этими чипсами. Их купила я на обзор. Мы будем вместе с вами их смотреть. Вот чипсы именно вот с этой вот мордашкой. С усиками. Это, кстати, новинка. Здесь у нас со вкусом, в принципе, не важно, там грибы чем-то там. Не в этом суть. Вся суть именно вот в этих чипсах. Мне было 10 лет, исполнялось как раз, и мама решила мне сделать подарок. Мы как раз в этот момент отдыхали в Дубках. Дубки находятся в Саратовской, в Ульяновской. Да-да, в Ульяновской области. Там очень хорошая там вода, у них такая лечебная. И мама, поскольку у нее был больной желудок на тот момент, каждый год туда ездила и давали от работы путевку. То есть половина она оплачивает, половина работа. Или работа ей полностью оплачивает, а за меня она доплачивает. Или так. Не знаю, короче, не помню, как там было. Вот. И каждый год мы с мамой туда ездили. Вот я помню, было 10 лет, она решила мне на день рождения сделать подарок. Купила вот такие вот чипсы. Как раз там познакомилась с мальчиком, с девочкой. Они где-то там постарше немножко меня было, пригласила их. То есть чипсы, мороженое, пломбир. Вот эти, вы знаете, большие, я делала на них обзор. Вот я их прям очень люблю. Большой такой пломбир, чипсы, что-то еще. Короче, всякие сладости. И вот эти. А у меня как раз разболелся зуб. Как раз там... Лес, по-моему, то ли новый зуб, лес, и мешал. Он, короче, разболелся, и я, как всегда, молчала. То есть я всегда в детстве, когда у меня начинал болеть зуб, я всегда молчала. Вот. Хотя, конечно, история не слишком связана с этими чипсами. Да, они были, кстати, очень вкусные. Вот. Но поскольку у меня уже там все опухло, у меня уже такая уже прилично становилась щека, я чуть-чуть поела мороженое, мне уже было больно кусать, я чуть-чуть поела чипсы, но они были обалденно вкусные. А лимонад там еще был, лимонад мы попили. И мама поняла, что у меня болит зуб. И она на нас так смотрит, сначала говорит: «Наташа, что, невкусно?» Я говорю: «Вкусно». И понимаю то, что нужно поесть, ведь она старалась, так старалась. Вроде, и я не могу, мне больно заживать. Она такая: «Зуб болит, да?» Я такая: «Нет, зуб, значит, болит». И было, короче, это суббота, то есть стоматолог, врач там был, он был на даче, отдыхал. Его срочным вызовом вызвали, чтобы он приехал. Короче, укол сделать я не далась, я очень в детстве очень сильно боялась стоматолога. Вот, укол сделать не далась, в итоге он там что-то брызнул и практически мне на живую его выдернул. Вот. Потом, конечно, мне несколько дней ничего не хотелось, я не помню, куда там делись. Ну, мороженое, наверное, мама доела, скорее всего. А вот чипсы, наверное, я потом поела. И потом, спустя много-много лет, наверное, года 3-4 назад, я снова купила эти чипсы. Мне так хотелось попробовать, я помню, что они были... такие большие, вот, ну, Лейс, они как-то некоторые переломленные, да, а вот эти вот они, поскольку пачка тут широкая, они такие изогнутые, друг на дружку были сложены, такие большие, такие вкусные, они тогда были в детстве, такие классные, вот, купила, но, не знаю, может, мне такая пачка попалась, они все были изломленные, поломленные, ощущение, как будто эта пачка каталась там по полу, когда как будто футбол играла. Как будто мы ее придавили наполовину, хотя она нормальная была. Вот. И вот, видимо, именно поэтому я решила купить снова эту пачку и уже посмотреть вместе с вами, действительно ли там поломленные такие чипсы или нет. Мне вот с вами интересно посмотреть. Вот. Но это, опять же, будет после диеты. Сейчас я сижу на диете. У меня сегодня второй день голодания. Я вчера голодала, сегодня голодаю. Вот, не знаю еще, сколько я буду голодать. Ну, как бы я с утра чуть-чуть перекусываю, вечером грейпфрут перекусываю. То есть вот так вот. Ну, с утра вот у меня там была мандаринка. Да, мандаринка была. Вечером у меня будет грейпфрут. То есть вот такая, кстати, у меня диета. У меня много таких диет. А еще бывает у меня лимонная была, вернее.
года 4 назад. Тоже с помощью нее, кстати, похудела, до 50 килограмм дошла. Но потом набрала все-таки. Вот, даже как-то быстро, по-моему, набрала я. Вот. В этот раз хочу быть поаккуратнее. Хочу также похудеть до 50. Но, наверное, когда мой вес станет 50, я буду продолжать сидеть на диете, кушать все, но поменьше кушать. Вот, чтобы организм немножечко привык, а потом, наверное, буду держаться как-то, чтобы не поправляться. Вот, не знаю, как-нибудь так хочу. Вот, ну, такая вот история. А, напишите в комментариях, пробовали ли вы такие чипсы. Сейчас, кстати, появились новенькие от Lay's, точно такие же. Ну, не знаю, пока я не пробовала. Пока уже очень много я купила разных продуктов на обзор, и у меня очень-очень много мыслей, какие я хочу на обзор продукты. И, кстати, также напишите в комментариях, какие бы вы хотели на обзоре посмотреть продукты. Ну, пока этот ролик выйдет, наверное, уже будет середина февраля где-нибудь. Вот, обязательно напишите. Я учту ваши пожелания. А то так делаешь, делаешь обзор, смотришь на некоторые продукты, а там даже это просмотры 3, 5, 10, 16. Так вот как-то даже немножечко обидно. Вот. Очень сильно устала была сегодня. Походила по магазину, очень хочу спать. Все, всем спасибо за просмотр. С вами был канал Артмания. Подписывайтесь, ставьте лайки. Пишите комментарии. И всем пока-пока. Вот он, этот прекрасный санаторий. Вот так вот он выглядит. Очень приятно посмотреть фотографии. Нашла я их в поиске. Там был сосновый бор. Вот кусочек как раз виден. Соснового бора. Но в нем было очень-очень темно. Был прекрасный запах, очень, очень классно там было, там детство прошло мое. Примерно так выглядел сосновый бор. Я помню, что плиточка такая была, но было темно, да, было очень темно. Также там был залив Волги, пляжик был большой, до него спускаться, там красивые деревья были, пока спускались. Каждое дерево напоминало какое-то животное. Здесь проходили дискотеки, вот, за этим зданием. Это вот тоже этот же санаторий. Очень красиво, такие кадры классные. Жаль, что я туда никогда уже не попаду. Приятно вспоминать. И выглядит он как-то особенно. Выглядит именно так, каким я его запомнила изначально. Это прекрасное здание.